Всем привет, с вами Джамбо Макс, и сегодня мы поговорим о самых горячих новостях этой недели. Давайте начнем. А начнем мы с того, что дизайнер God of War и Metal Gear Online по имени Крис О'Нил присоединился к студии The Initiative. Я недавно делал видео, где высказывал мнение по поводу покупки новых студий, и знаете, мне кажется, что именно эта студия будет создавать новый годный AAA-проект. Какой-то новый некий IP от Microsoft. Да, опять же, это не факт, но очень надеюсь, что от этой студии мы увидим что-то наподобие Uncharted'а. Еще кое-что касаемо студии. В сети появился слух, что компания Microsoft планирует купить не менее 3 игровых студий в 2019 году. И это намекает на то, что они сделают очень большой упор на следующее поколение консолей Xbox. И не исключено, что некоторые студии будут заниматься играми для следующих дополнительных гаджетов, по типу Kinect или VR-шлема. Mortal Kombat 11 получит поддержку кроссплея между всеми платформами. Да, теперь Sony Boy и Billy Boy и даже ПК-геймеры смогут набить друг другу морды в новой части самого кровавого файтинга. К сожалению, а может быть и к счастью, кроссплей не заработает на старте, лишь через некоторое время. Не исключено, что это будет через год. 343 Industries готовит какой-то анонс, связанный с игрой Halo Master Chief Collection. Анонс состоится в марте, и что-то подсказывает, что еще один эксклюзив переберется на ПК. Лично я отношусь к этому нейтрально и считаю, что это к лучшему, ведь еще больше игроков смогут заценить эту вселенную. А как вы относитесь к этой ситуации? Напишите об этом в комментариях. Не отходя от вселенной Halo. Стали известны новые подробности следующей части. Новая часть будет выполнена в другом художественном стиле. В игре используется передовой движок и новая система искусственного интеллекта, и новая часть является самым амбициозным проектом Microsoft Studio. Не знаю, как вы, но лично я к этой вселенной отношусь нейтрально, и компания в ней никогда не нравилась, ибо она показалась нереально скучной. Но если в новой части будет хороший мультиплеер, то, возможно, я обращу на эту часть внимание, ибо в пятой части в мультиплеере я приснул довольно огромное количество времени. Microsoft подготовила карты пожизненного доступа к игровым подпискам. Дело в том, что Майк Ибарра у себя на аккаунте выложил вот такое вот фото. И знаете, мне кажется, что эти подписки будут предназначены для членов команды Xbox MVP. Для тех, кто не знает, недавно появился специальный ресурс с этим названием, в котором числятся люди, а точнее активисты, которые внесли свой вклад в поддержку и развитие консоли Xbox. Я, кстати, тоже туда номинируюсь, если вы считаете, что я достоин оказаться в этом списке, а именно в списке людей, которые топят за Xbox, то можете отослать меня как кандидата. Все, что от вас требуется, это перейти на сайт, который я укажу в комментариях, и заполнить анкету. Сначала идет информация о себе, ник, имя, фамилия, кем вы являетесь, а потом информация обо мне. Для простоты заполнения я оставлю информацию в комментариях. Плюс надо написать, почему вы хотите выдвинуть именно меня. Все это нужно написать на английском и можно использовать Google переводчик. Тем, кто меня поддержит, заранее вам огромное спасибо. Ну и самое горячее напоследок. В сети появились новые подробности о Xbox Scarlett, а именно засветились его технические характеристики. Они у вас на экране. Один из пользователей подтвердил, что эта информация частично правдива. Но верить или нет, выбор за вами. На сегодня у меня все. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал, чтобы быть в курсе следующих видео. Не забывай писать свое мнение по поводу этих новостей и спасибо за просмотр. До новых встреч!